Вас приветствует команда проекта «Универсальная система учета». Мы занимаемся разработкой специализированного программного обеспечения. Вашему вниманию мы представим программу нового поколения для цветочного магазина. Наша программа является универсальной и подойдет для работы как небольшой точки продажи с простым ноутбуком, так и для объединения в единую структуру целой сети цветочных магазинов с привязкой всего необходимого торгового оборудования. Программа запускается с ярлыка на рабочем столе. Появляется окно входа в систему. Каждый пользователь работает под отдельным логином, который защищен паролем. Также у каждого сотрудника могут быть индивидуальные права доступа, чтобы он видел лишь ту информацию, которая входит в зону его полномочий. Отдельные права настроены для продавцов, бухгалтера и руководителя организации. Мы зайдем под ролью «Main», что с английского означает «основной», чтобы видеть весь функционал. Обратите внимание, что при первом запуске появляется окно для выбора внешнего вида программы. Вы можете использовать понравившийся вам интерфейс, получая лишь удовольствие от своей работы. Выбор вы сможете сделать из 50 красивейших оформлений. По центру главного окна можно будет поместить логотип вашей организации для создания единого корпоративного стиля. Итак, с чего начинается работа в программе? Обратите внимание на главное меню, которое расположено слева. Программа реализована максимально просто, поэтому меню состоит всего из трех пунктов: модули, справочники и отчеты. И для начала работы нужно просто пробежаться по справочнику. Здесь будут ваши настройки. В папке «Деньги» вы укажете валюты, с которыми будете работать, и поддерживаемые способы оплаты. В папке «Организация» добавите свои отделения и сотрудников. В папке «Рассылка» сможете настроить шаблоны для SMS-рассылки своим клиентам. В папке «Скидки» можно указать, какие скидки смогут предоставлять ваши продавцы и на каких основаниях. Но самое главное, в папке «Товар» вы сможете заполнить номенклатуру своего товара. Причем наша программа дает возможность начать работать с ней максимально быстро, не тратя много времени на настройку. Быстрый старт обеспечивает возможность импорта текущих остатков. Например, у вас есть простой Excel-евский файл. В нем может быть указан название товара, штрих-код при его использовании, какое количество товара и на каком складе лежит. Здесь можно сразу классифицировать свой товар на категории и подкатегории, а также указать цены закупа и реализации. И вот такой файл можно быстро импортировать в нашу универсальную систему учета. Для этого мы зайдем в справочник номенклатуры, нажмем правой кнопкой мышки и выберем команду «Импорт». Как вы видите, наша программа поддерживает самые разные виды файлов. Нажимаем «Выполнить» и видим, что процесс импорта завершен. Вот и все. Теперь у нас без особых усилий появился список товаров. В нашем демонстрационном примере товара немного, а вы можете тысячи наименований залить в программу за считанные секунды. Также, для наглядности, чтобы сотрудники не путались, можете каждому товару загрузить изображение. Изображение можно загрузить из файла или сделать захват с веб-камеры. Имейте в виду, что импорт данных из файла можно использовать не только при загрузке первоначальных остатков, но и впоследствии при каждом новом поступлении товара. Наша программа хорошо умеет экономить ваши средства, поэтому она предоставляет возможность не клеить этикетки на букеты. Штрих-коды вы можете распечатать в виде памятки с изображениями и названиями букетов, с которой продавец будет сканером считывать штрих-код при проведении продажи. Все приходные накладные находятся в модуле «Товар». Сверху мы видим саму накладную, а снизу перечень товара, который по данной накладной мы получили. Вот мы и посмотрели, как приходуется товар в одноименном модуле. Здесь же добавляются накладные на перемещение товара между складами и магазинами.
Количество складов не ограничено. Как только вы занесли первоначальные остатки или переместили товар с основного склада в филиал, можно приступать к созданию самих букетов. Нужные букеты легко выбрать из списка номенклатуры, а затем остается просто указать их количество. Вся калькуляция рассчитывается автоматически, ведь для каждого букета ее достаточно единожды занести в справочник номенклатуры. Причем это могут быть не только цветы, но и любые декоративные элементы. Бумага или пленка – абсолютно все, что вы захотите добавить. При этом все необходимые материалы и цветы автоматически спишутся с выбранного склада, а на него поступит готовый букет. Теперь давайте перейдем к основной процедуре – продаже товара. Для этого заходим в модуль «Продажи». Обратите внимание, что сначала у вас будет появляться поиск. Именно поиск поможет вам быстро и без каких-либо усилий найти любую продажу по дате реализации, определенному клиенту, магазину или продавцу. Если не указывать критерии поиска, будут отображены все имеющиеся продажи. Чтобы провести новую продажу, давайте зайдем в специальное действие «Провести продажу». Откроется окно продавца. Оно очень удобное и наглядное. Все блоки подписаны. Первый блок позволяет оформить продажу на конкретного клиента, которого можно найти по номеру карты, имени или телефону. Каждый клиент привязан к определенному прайс-листу. Например, оптовики и постоянные клиенты могут покупать товар со скидкой. Если же вы не ведете учет клиентов, для экономии вашего времени все продажи программа автоматически запишет на клиента по умолчанию. Второй блок задает параметры продажи, которую можно оформить на нужное юридическое лицо, если у вас их несколько. Задать дату реализации и имя продавца. Третий блок – основной. Именно здесь считывается товар при помощи сканера штрих-кода, например, с распечатанной памятью. Если вы отобразите специальную выдвигающуюся панель, продавец сразу будет видеть изображение реализуемого товара. В случае, когда штрих-коды не используются или изделие нужно найти по наименованию, вы сможете легко выбирать товар мышкой. Вот мы и подошли к последнему блоку – оплаты. Здесь просто вводится сумма от клиента, при этом программа рассчитывает сумму сдачи и позволяет указать способ оплаты – наличными или банковской картой. Сверху выбирается, печатать ли чек. Можно провести продажу без чека, печатать простой товарный чек на принтере чеков без фискализации, а также при использовании фискального регистратора можно распечатывать чек и на нем. Обратите внимание, что только наша программа поддерживает отложенные продажи. Это очень удобно, если какой-то клиент, уже находясь на кассе, вспомнил, что ему нужно еще что-то докупить. Пока он ходит за этим товаром, кассир может спокойно отпускать других клиентов, не тратя свое и время других покупателей на никому не нужное ожидание. При необходимости, по каждой сформированной продаже можно распечатывать накладную. А вот пример чека. Также печатается и возвратный чек. Для оформления возврата достаточно считать сканером штрих-код, расположенный внизу. Теперь давайте подробнее рассмотрим базу клиентов, которая будет у вас постепенно формироваться. Чем внимательнее вы относитесь к клиентам, тем больше они будут у вас покупать. Нового клиента можно добавить прямо при оформлении продажи. И все они будут находиться в специальном модуле «Клиенты». Покупателей можно делить на группы, чтобы вы могли быстро находить всех проблемных, постоянных или VIP-клиентов. У каждого клиента может быть свой прайс-лист, причем работает накопительная скидка. Чем больше покупатель потратит у вас денег, тем больше он может получить скидку. Это будет стимулировать клиентов безудержно делать покупки в вашем магазине. По каждому клиенту можно отмечать, откуда он о вас узнал, чтобы в дальнейшем вы могли посредством специального отчета проанализировать, какая реклама работает лучше, куда имеет смысл вкладывать деньги, чтобы к вам приходило больше покупателей.
Клиентам могут начисляться бонусы с каждой покупкой. Этими бонусами они также могут расплачиваться за товар. Это тоже подталкивает клиентов больше тратить. Кроме всего прочего, вы сможете прямо из нашей программы рассылать клиентам посредством современного метода SMS-уведомления о новых поступлениях товара и различных акциях. Также вы сможете назначить продавцам сдельную заработную плату, чтобы не только клиенты старались у вас больше купить, но и сотрудники были заинтересованы больше продать. Все эти профессиональные приемы работы с клиентами выведут ваш бизнес на абсолютно новый уровень и помогут обойти конкурентов. Кроме такой тщательной работы с клиентской базой, наша программа также уделяет большое внимание работе с товаром. У нас предусмотрено множество управленческих отчетов для разного рода аналитики. В первую очередь, вы сможете выявить те букеты, которые пользуются наибольшей популярностью. Также отдельным отчетом программа покажет цветы, на которых вы больше зарабатываете. Хотя в количественном эквиваленте, возможно, их покупают не так много. В то же время вы сможете проанализировать доход по каждой группе и подгруппе товара. Обратите внимание, что все наши аналитические отчеты формируются за любой период времени. Это значит, что вы сможете просматривать определенный день, месяц и даже целый год. Кроме табличной части, все отчеты содержат наглядные графики и диаграммы, которые с первого взгляда дадут вам точное представление о результатах работы цветочного магазина. Наша фирма не плодит однотипных отчетов, и каждый отчет – это профессиональный инструмент, который даст вам полную отдачу в том вопросе, для которого он был разработан. Разные вариации одного и того же отчета можно получить, используя входящие параметры. Например, заходим в отчет «Продали» и видим, что помимо анализируемого периода, вы еще можете уточнить, что хотите посмотреть продажи по определенной категории товара или подкатегории, или по магазину, или по продавцу. И тогда данный отчет уже покажет не всю информацию, а с учетом вашего выбора. Возвращаемся к другим видам аналитики. Наша программа может отображать залежалый товар, чтобы вы могли быстро принимать управленческие решения, что с ним делать, дабы он не висел мертвым грузом. Более того, наша программа единственная в своем роде, которая дает возможность продавцу отмечать те цветы, которые спрашивали, но их не было. Не было в наличии или вы их, например, вообще не завозите. А это все упущенная прибыль. Теперь вы сможете уменьшать размер упущенной прибыли, переводя ее в свой доход. Также наша программа нового поколения для магазина содержит функции планирования и прогнозирования. Вы всегда сможете посмотреть, на сколько дней бесперебойной работы вам хватит того или иного товара. В специальном списке вы сможете просмотреть ту продукцию, которая заканчивается. Кроме этого, ответственный сотрудник будет оперативно получать всплывающие уведомления от программы о заканчивающихся цветах. Основной отчет – это же, конечно, остатки товара. Его вы сможете формировать по любому складу или магазину. Если у вас сеть подразделений, ни одно из них не останется без контроля. Обратите внимание, что программа УСУ может работать как по локальной сети, так и через интернет. Поэтому объединить все магазины в единую, успешно функционирующую структуру для нас не проблема. Кроме учета по товару, в нашу программу заложены инструменты для финансового анализа. Причем анализировать можно не только доходы, но и расходы, которые при желании тоже могут проводиться в системе учета. Для каждого вида расхода вы можете завести отдельную финансовую статью. И тогда, в конце отчетного периода, можно будет посмотреть свод по этим статьям, где будет наглядно показано, на что и сколько денег тратит организация. Также будет отображена динамика изменения доходов и расходов в разрезе каждого месяца. Если ваши честно заработанные деньги на что-то хаотично тратятся, то с данным отчетом вы легко сможете найти ту черную дыру, в которой пропадают ваши средства. В программу
заложен анализ покупательской способности. Вы сможете посмотреть средний чек в разрезе рабочих дней, то есть на какую сумму в среднем делаются покупки. А отчет по ценовым сегментам покажет, в каком ценовом диапазоне товар покупают чаще. Отчет по маркетингу отобразит, откуда клиенты чаще вас узнают и сколько вы на этом зарабатываете. Отчет по клиентам покажет самых перспективных клиентов, которые больше других тратят у вас денег. Отчет по магазинам выведет самые доходные точки продаж. Отчет по продавцам покажет, кто из сотрудников приносит наибольший доход по организации. А если они получают сдельную заработную плату, отчет зарплата автоматически ее рассчитает. Отчет по скидкам проанализирует, на каких основаниях скидки предоставляются продавцами чаще всего и сколько вы на этом теряете. И так далее, и тому подобное. Вы можете бесплатно скачать демо-версию нашей программы нового поколения для цветочного магазина и самостоятельно опробовать все эти инструменты для развития вашего бизнеса. Примите во внимание, что наша универсальная система учета включает детальнейший аудит. То есть она запоминает действия каждого пользователя по добавлению, изменению и удалению информации, вплоть до того, какие отчеты формировались и во сколько была включена сама программа. Это исключает любые махинации со стороны недобросовестных сотрудников. Также продавцам можно ограничить права доступа, чтобы серьезные действия могло выполнять только доверенное лицо или сам руководитель организации. Мы показали вам лишь небольшую часть из всех имеющихся в программе возможностей. Более подробную информацию вы можете узнать по контактам, указанным на официальном сайте usu.kz. Мы работаем с организациями по всему миру, от малого бизнеса до крупного. Звоните или пишите, узнайте, как мы можем автоматизировать вашу организацию. Универсальная система учета. Управляйте бизнесом правильно.